Всем привет, ребят. Уже несколько дней мы тут. Последнее видео было очень сложно выкинуть, потому что заняло у меня это 6 часов. Интернет вообще тут ни к черту. Ни домашний, ни другой. Ни этот сотовый. Вот. Хотели выкидывать мусор, сейчас мы идем жарить шашлыки. Отмечать, так сказать, мое 30-летие. Нас пригласили. Ну вот мы и идем. Сейчас вот покажу. Через лес такой идем. Да, сейчас покажу как. Тропочки. Ну вот, ребят, через такой лесок. Где фазенда такая. Имение. Хорошо в лесу. Дышится хорошо. Свежестью. Это, кстати, самое лучшее лекарство от экстрасистолии. Забываешь сразу обо всем. Вот это чистотел, он цветет. Уже его можно собирать. А вот это пустырник. Вот он. Вот пустырник. Вот пустырник. Вот пустырник. Вот это пустырник. Успокоительная травка хорошая. Старое дерево какое. Смотри, вот цветет земляника. Да, тут всего хватает. Вон по бокам. Земляничного листа можно набрать. Вот еще чистотел. Целая куча. А вон там интересно, что такое белое. Я не помню, как называются эти цветочки. Но у нас раньше за сараем их много называется. И что это такое? Вот это тоже лечебное что-то. Кто знает, пусть напишет. Да, если кто-нибудь знает, что это за цветочки такие, напишите. О, Ваня, музыка там, ну все. Гулять так гулять. Вон лопух. На. Ой, какие там страсти кипят. Ой, смотри, какая сосна красивая. Вот люди и живут в таком красивом месте. И травы тебе, пожалуйста. Да. Держат двух коров, хозяйство держат, все домашнее, сыр домашний, мясо свое. В замечательном месте живут. Сосны какие вон. Легкие, пожалуйста, дыши. Вон тут тоже щавля есть. Мы уже набрали. Нащищевелевые. Вот, да. Ребята, вот туда мы и выдвигаемся. Вот мангал. Ну, сейчас подойдем, там уже поближе покажу. Ну, ребят, смотрите, какой котик. О, еще одна. Хорошенькие какие. Не бойся, киска. Молочко пьет из-под коровки. Хороший. Такой вот дворик милый. Вот им уже тут хорошо. Ребят, смотрите, какой замечательный у нас банкет. Такой дворик прекрасный. Там банька. Каминчик. Замечательные люди. Просто прекрасные. Отличные хозяева.
Мама? Конечно, мама. Такой вот аист. А вот тут вот прямо змея смотрит. Я, кажется, вам так все здесь очень близкие, так я скажу. Когда у меня заболел Сережа. Ребят, посмотрите, какая красота. Вкуснятина. В Беларуси вообще вкусная. Все мясные продукты вкусные очень. А на костре-то тем более. Пивом? О, какой запашок. Как в бане. Да. Смотрите, как красиво там. Поле такое. Солнце светит, вот там костел. Классно. Ребята, в общем, мы вернулись. Вот, там особо я не снимал, потому что, ну, людям неудобно, не каждый привык сниматься. Вот, тем более на большую такую публику. Поэтому особо там ничего не снимал. Мы уже вот вернулись домой, благо идти недалеко. И, в общем, надарили нам всего, надавали с собой замечательные люди, замечательно провели время. Сейчас я вам покажу, чего мы еще с собой утащили. Вот, ребят, взяли молочка. Тут нам дали огурчиков, компотику, тут еще чего-то, помидором в собственном соку, да. И подарили вот такое вот классное одеяло. Спасибо им большое. А вот бабушка высунулась. Бабушка, скажи привет. Обезьяны, господи, что-то робится тут с вами. Чую, что стукнуло, глянула или не вижу, только вижу вас. Ага. Вот такие, в общем, дела. Вот такой прекрасный день. И отлично его провели. Всем спасибо большое за просмотр. Если вам не сложно, поставьте лайк. Ну, если сложно, не надо. Или если не понравилось, можете поставить дизлайк. Всем хорошего дня.